Все прекрасное мгновенно обрастает легендами. Орхидеи издревле были овеяны множеством мифов и сказаний. От самых жутких, их называли цветами-убийцами, до самых романтичных, они помогают влюбленным сохранить верность на всю жизнь. 130 миллионов лет назад. Именно такую цифру подтверждают ученые, говоря о появлении орхидей на нашей планете. В мире цветов их относят к сословию аристократов. Именно поэтому некоторые государства выбрали этот великолепный цветок своим символом. Отметим, что семейство орхидные насчитывает, по некоторым данным, до 35 тысяч видов, а это почти 10% всех растений в мире. В наше время орхидеи найдены на всех континентах, кроме Антарктиды. У орхидей очень развито, наверное, подражание насекомым, но не другим животным, потому что все-таки насекомые являются их опылителями. И действительно, в природе можно увидеть орхидеи, которые очень сильно похожи на пчел, на каких-то бабочек. У них есть какие-то приспособления к определенному виду насекомых. То есть здесь сходство есть. А то, что похоже на мордочку обезьяны, это орхидеи из рода Дракула. Каждый, кто приходит в эти дни в ботанический сад на фестиваль орхидей, конечно, хочет, чтобы в его доме поселились эти тропические красавицы. Орхидея с радостью примет вашу заботу и любовь. О тонкости ухода вам расскажут специалисты. Многие люди, которые сюда приходят посмотреть на орхидеи, они удивляются, восхищаются огромным цветам, красоте их. А мне же интереснее сложный уход за ней, чтобы ее вырастить, чтобы зацвела какая-то маленькая миниатюрная орхидея, вплоть до такого, чтобы ее сфотографировать под микроскопом цветок. Орхидеи действительно окружены легендами. Вот, говорят, белые приносят счастье и мир в новый дом, а желтые – к богатству. Даже раздражительность и скандалы в семье могут унять эти роскошные творения природы. Верить приметам или нет, каждый решает сам. Но почему бы не попробовать? Евгений Черемухин, Татьяна Костырко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.